Это что-то? Соевое мясо. Я сейчас прям попробую. Пробуй. Это ваша личная разработка? Да. Слушай, уже на этом вы можете строить огромную бизнес-империю. Мурашки. Почему нельзя показать мурашки? Я так долго шла к этому. Я так счастлива, что тебе понравилось. Так, сейчас теперь пробуем. Чебурек. Он как бы тоже с мясом. Да, только с соевым. А что еще там, кроме мяса? Лук, соевое мясо и специи. Это настоящее по виду и по вкусу мясо, но которое не мясо. То есть ты покушал, тебе вкусно, но это было не так вредно, то есть нет такого количества холестерина, какое есть в мясо. Я думаю, что отдыхать неделю от мяса должен каждый человек. Это все-таки тяжелая пища. Объясни, почему. Как бы мы ни любили ее. Очень тяжелая пища. Ты замечал, когда ты покушаешь плотно с мясом, какое-то время тебе хочется просто прокрастинировать. Ничего не делать, потому что тебе нужно это переварить.